Плохая погода могла стать одной из причин крушения вертолета в западно-казахстанской области. Предварительную и пока единственную версию авиа-ЧП озвучил сегодня вице-министр по ЧС. Мереке Пшембаев отметил, что это пока лишь предположение, но, учитывая состояние Ми-8, именно его сейчас рассматривает следствие. Хочу сказать, что вертолет он новый, всего лишь год в эксплуатации, Ми-8, так что нет сомнений, там особых технико-экономического состояния у него хорошее. Поэтому в настоящее время создана комиссия с участием авиационной администрации, работников «Казавиаспас», проводится расследование. Да, одна из версий, что, возможно, это было по погодным условиям. Вертолет Ми-8 компании «Казавиаспас» разбился в четверг во время облета нефтепровода в 54 километрах от Уральска. Спасателям понадобилось 3 часа, чтобы найти его в заснеженной степи. Погибли 4 члена экипажа, выжили 2 – инженер и сотрудник нефтепроводной компании. Версия о технической неисправности не звучала, поскольку судно было практически новым – 2021 года выпуска. В МЧС также отметили, что экипаж был опытным. Сегодняшнее заявление вице-министра о погодных условиях пока единственная озвученная версия о возможных причинах крушения. Примечательно, что выживший член экипажа на следующий день после трагедии напротив заявлял, что при вылете погода была хорошей.